вами будет, что будет так. Нормально работать, не будет нормально работать. Ясно. Прям какой. Посмотрим, что будет. Интересно. А, кстати, да. Развитие. У меня, по-моему, уже Баку есть, да? Ну, точно. Осталось, короче, побольше. Можно себе фишку. Начнем с гребаного, беспонтового. Думаю, надо попробовать еще раз. Как бы это не было, но, блин, ребят, я не знаю, как это еще назвать, это хрень. Это в натуре, это просто хрень. Это просто нереальная хрень. Это просто долбанная хрень вообще. Просто долбанная хрень. Дурака, я думаю, надо просто пережить. Причем хрень она, я почему-то извиняю. Извиняюсь, конечно, что я называю, потому что она хрень в чем? Она хрень в плане. В плане в своем стоковом состоянии. Это просто реальничество. Просто не знаю, это просто жесть. Как бы я ни старался на ней выделываться, как бы что ни сделал, пушки, поворот пушек, практически, время, сведение, как у крейсеров, каких крейсеров, если он есть крейсер, как у линкоров нормальных, достаточно поворотливых, как у крейсеров сведение пушек, ГК. Это вообще бред какой-то. Перезарядка тоже ущербная, блядь. Это все ущербное, можно так сказать, все, прям все ущербное. Ну, попробуем этот ущерб как-нибудь ликвидировать тем, чтобы, главное, сначала хотя бы вообще раскачаться на следующем уровне. А там дальше все ништяк. Что оба, что дальше поплет биока, это вообще вещи. Спасибо, по крайней мере, то, что я познал за ПТ. Конечно, сейчас не сравнить, конечно, по всем классификациям, по тем пробитиям, прикольным ПБшкам, которые были, сплошные фугасные снаряды, которые были сами по себе тоже очень интересные, кстати, когда можно было обменивать прям реально. Ну, не знаю, как-то в бою, бой был совсем интенсивнее, интереснее, когда ты уже понимал, что такое сплошные фугасные. Что-то будет больше корабля. На самом деле очень интересно. Сейчас много, сколько не испытал, сколько не пробовал все вот эти вот снаряды. Конечно, может быть, на следующих высоких уровнях как бы они уже подровняли, чтобы это как-то классифицировать и поменять, чтобы в начальных уровнях это как бы иметь такой игрушечный тип вариации, подобие того, что может быть еще и добавили, чтобы броню у каждого. А может быть, следующий уровень повыше, действительно, когда 8, 9, 10 уровень, там может быть действительно такое обалденное свойство ПБшек и фугасов, когда реально можно там как-то, я не знаю, как это объяснить, но регулировать на самом деле достаточно попадать, что такими, что такими снарядами иметь какие-то определенные, от этого иметь какой-то определенный кайф реально, от того, что ты попадаешь действительно. Вот сейчас это, в принципе, как по команде, да, можно сказать, у нас уже есть хорошая команда, даже есть у нас. Обнаружены силы противника. Уже хорошо. Ну вот как, почему рабочий говорит, ну давайте брать команду, несите за собой. Как я должен свистеть? Как я должен орать сейчас? Ребята, давайте все со мной, блядь, по этому флангу пойдете здесь, там, здесь, туда, ты иди, да никто слушать меня не будет. Что никто не знает, какой я, кто я вообще, кто я за... Ну я действительно, уж я как не рак, конечно, пойду играть, а действительно, как это называют? Не раки, наверное, лучше всего назвать его на раке. Все без базара, все делается. Пашут меня все.
Неполадки устранены. Я, сука, даже не успел. Я хотел выстрелить. Почему я не выстрелил? А потому что я не смог довернуть. Я не довернул. Отвернул я корпусом. Я корпусом хотел. Нужен мне корпус. Ну, стоковое говно. Никак, сука, никак. Я вот все. Зарядка. Эсминец врага потоплен. Сука, 14 секунд, блядь. Если не 15 секунд, 14 ебаных секунд. Ну это кому, сука, надо? Как можно это стоковое говно? Как это стоковое говно можно еще? Ну я не знаю, как на этом стоковом говне. Вот как играть? Во-первых, еще даже я поворачиваю сюда. Блять, крейсер, сука, крейсер. Это, сука, крейсер. А, сука, его сделали как ебаный линкор, блядь. Я еду сейчас как на ебаном линкоре. Да, линкор, блядь. Ваш у меня как линкор. Ехать нихуя он не хочет. Это пиздец, это удручает, реально. Блять, на ЗБТ, ну не было такого мученого, нахуй. Если ты, блядь, на стоке, ну не так ты в жопу попадаешь. Сейчас, сука, как на линкоре еду. Это пиздец, блядь. Закудышился. Смотрите, смотрите, блядь, вот если кто-то смотрит, реально. Где? ГК даже не свелись, сука, ГК не свелись, блядь. Я только перезарядился, блядь. Ебать, это пиздец, нахуй. Я не знаю, ебать, это как на нем надо. Ебать, так мучиться, чтобы прям мучиться до такой степени. Это просто пиздец. Реально, ребят, как говорится, там пердак горит. Пердак просто выгорает навзничь, нахуй. Когда ты такой хуйни просто страдаешь. Вот реально, перед этим вакуумом, блядь, просто реально, да. Да. Вот сейчас вот как вот опять? Опять надо орудие же. Перевернуть? Давай. Сведемся на другую сторону. Давай. Сведемся на другую сторону. Смотрите. Просто скорость неимоверно охуительная, блядь. Сука, бесит. Меня это бесит. Блядь. После этого как бы, ну, хочется вообще. Да, орудие не топовое, но я не спорю. Ну, блядь, степень, сука. Сделайте хотя бы даже, ну не то по вроде, хотя бы скорость сведения побыстрее. Ну не все же там, сука, играют. На втором плане я пытаюсь играть, но я как лошара, я не могу, блядь, нормально, сука, играть. Не могу, блядь. Потому что это пиздец. Это пиздец. Вот я сейчас поворачиваю, сука, у меня скорость поворота самого корпуса быстрее, чем, блядь, скорость сведения моих орудий, блядь. Но это нереально. Приходится, сука, вертишься, как дурака. Это вот мне, блядь, сейчас еще везет. Команда еще, красавчики, молодцы. Кто-то здесь еще мне помогает. Вот. Со мной рядом крутится. А в основном, это пиздец. Это просто пиздец. Ой, братан, уходи оттуда, Феникс. Феникс сейчас жаль. Феникс красавчик. Победы по правому борту. Пытался как-то помочь, блядь. Но я просто не могу, ну, ничем ему помочь. Кроме того, что, блядь, съемка. Блядь, это пиздец. Мне же пиздец. Просто пиздец. Бать, вот это, поворачивай, сука. Кого я тут попаду, блядь? Чё я тут нахуй сделаю, блядь, со своими ебаными стоковыми пушками, нахуй? Это просто уёбище, ебаное. Это просто, блядь, это просто пиздец. Вади хуй, ну это пиздец, блядь. Это просто пиздец. У меня нету больше никаких слов, это один мат. Скорострельность? Где скорострельность? Чё я вообще делаю? На чём я играю? Плюс снаряд летит как шмот. Вообще 20 минут. Какой-то пиздец. Давай, блядь, ёбаный рот. А поворот это, блядь, какие охуенные. Я реально, вот на любом другом бы крейсере этого уровня, я просто сюда прошёл спокойно. Всё, я с головой не ждал. Я бы нормально, ну, сделал бы что-то. Это пиздец. Это просто пиздец. Я не знаю, как вот на нем играть, когда ты все просто убиваться в говно. Я не знаю, как. Я даже не понимаю. Давай, блядь, развернуть даже. Ну, давайте, ребята, разверните. Поехали. О, один развернулся. Сука, у меня, давайте, блядь. А мне же свою просто. На, нахуй. Красава, я вниз. Страшно, блядь, головного. Как ты тут нахуй? Головной калибр, блядь. Нихуя нет. Неполадки устранены. Просто разработчики пусть мне скажут, сука, как играть на стоковой
Фурутаки. Вот они, сука, все красавы. Они показывают, блядь, да, все корабли охуенные. Когда они в топе, я не спорю, блядь. В топе, да, нахуй. В топе, блядь, все корабли просто пиздатые, блядь. Ну, сука, надо уметь играть на остальных. Вам же, сука, уметь играть на остальных. Серьезно, как, блядь? А вот так, сука, у меня перезарядка орудия, блядь. 14 секунд, сука, на крейсере, блядь. Их всего 6, блядь. Давай ебашу-то, не спорю, блядь, это нормально. Ну, сука, это пиздец, блядь. Не знаю. А, плюс, кстати, у меня, по-моему, еще нет ПО на стоповом корпусе. По-моему, нет у меня ПО. Если я не ошибаюсь, у меня еще нет ПО, блядь. А, нет, есть. А, нет, это мой чувак, это у меня красава просто сбивает самолет. Да-да-да. У меня еще нет ПО, я не могу его поддержать. То есть, чувак, ты не типа. Ты ебашь всех, нахуй. Ну, сдохни там вместе со всеми. Ну, не знаю, блядь. Нет. Все заебись. Все заебись. Корабль, блядь, можно. Блядь, неожиданно страшно. Страшно, блядь. Какой поворот ГК. Просто нереально. Я имею в виду сведение. Ну, как это было? Сведение ГК просто. Великое, блядь. Великая, великая. Урон. 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 Просто тупо какашка. Заебись. Че, да мы еще и проиграли. Ну, бой. Такой просто. О, с Люси вообще страшно смотреть. Меня просто разберут нахуй. Он даже не такой поворотливый, как Люся. Че, не такой поворотливый, как Люся. Ничего не может, блядь, он ничего не может. Не повернуть, не развернуть, блядь. Не знаю, блядь, вот поворот. Да, бля, охуенно огроменный. Медленный, блядь. Зачем так издеваться над ними, я ничего не понимаю. Если он даже в топе потом, он ничем не отличается от кума практически, ничем. Сливая любят. Блять, ну он реально не поворотливый. Я, сука, даже увернуться не смог. Отъебанных торпед. Блять, отъебанных торпед. Как я не смог вернуться, да, пидоры. Истребитель, к взлету готов. Летает. Я не понимаю.
что-то не так происходит с этим ёбаным бизнесом у этого варгейминга, блядь. Они просто отвращают игру свою, ну. А то и долбоебизм ебаный. Это просто пиздец, да. Просто ёбаная хуита такая.